снимаем пленку с ДСП и укладываем подложку из вспененного полиэтилена. А на нее доски под названием «джунгли». Это прессованный бамбук. Его волокна обрабатывали при разной температуре. Те, что подвергали меньшему нагреванию, получились светлее. Те, что большему, темнее. Бамбук – хороший тепло- и звукоизолятор. К тому же влагостойкий. Им можно отделывать даже бани и сауны внутри. Пол, напротив, он, наоборот, очень активный. Он активный, это пол из бамбука. То есть он очень прочный. И интересная цветовая палитра, потому что чаще всего полы из бамбука, они бывают или кофейные, такого монотонного коричневого цвета, или светлые, натурального бамбука. А здесь мне очень понравился этот пол, то, что он активный. Здесь присутствуют и светлые, и темные тона, и цветовая гамма, она придает экзотичность нашему интерьеру. Ну да, в общем-то, когда заходишь в комнату, во всяком случае сейчас, то сразу на него обращаешь внимание. Да, он прям такой нарядный.